межкаролинских детских садах скоро пополнение. В управлении образования города прошла первая комиссия по обеспечению детей местами в детских садах. Каждую среду строго по уведомлению путевки будут получать ежедневно около 150 человек. Последний день, когда родители смогут получить долгожданный документ, 4 июля. За время работы комиссии планируется местами в детские сады обеспечить около 3000 юных межкаролинцев. Поскольку ситуация в городе изменилась в лучшую сторону, нам возвращают детские сады, мы думаем, что мы с этой задачей справимся. Если родители, кому написано на 12-й год, мы гарантируем им в первую очередь, по очереди у них подходит очередь в 12-м году, мы их всех обеспечим местами 12-го года. А там еще посмотрим, может быть, у нас будет возможность еще рассмотреть и 13-й год. Как говорят специалисты, пока места есть во всех дошкольных учреждениях города. Однако с визитом в управление образования Ишкаралы затягивать не советуют. Планируется, что к концу 2012 года в столице Мариэл будет открыто еще около 400 дополнительных мест за счет возврата ранее перепрофилированных зданий детских садов. Это Центр социальной помощи семье и детям на 100 мест, ЖУ по улице Лазо на 150 мест, детским садом на 150 мест станет и также здание школы становления.